Нетаньяху снова допросили по делу о коррупции. Нетаньяху подозревается в коррупционных связях с телекоммуникационной компанией Безик, которой владеет бизнесмен Шауль Илович. Израильские следователи вновь допросили премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху в рамках антикоррупционного расследования. Об этом сообщает израильская армейская радиостанция Галит Цахал во вторник, 10 июля. Нетаньяху подозревается в коррупционных связях с телекоммуникационной компанией Безик, которой владеет бизнесмен Шауль Илович, отмечает радиостанция. Следователи полагают, что Нетаньяху мог вступить в сговор с Иловичем для того, чтобы на новостном сайте Валла, принадлежащем этой компании, публиковались заказные материалы. По версии следствия, статьи должны были выставлять Нетаньяху и его семью в положительном свете в обмен на оказание преференций предприятию. Ранее в июне израильская прокуратура предъявила обвинение супруге Нетаньяху Саре в систематическом мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/TMIC/Correspondent.net. По материалам сайта news.com.